Привет, народ! Наконец-то выйдет или уже вышел третий сезон нашумевшего сериала «Физрук». А это значит, настало время рассказать топ-10 фактов о сериале «Физрук». Приступим! Кэшбэк-сервис letyshops.ru позволяет экономить на покупках в более 700 популярных магазинах. А расширение Google Chrome напомнит о кэшбэке. Как получить премиум-аккаунт в подарок, смотрите в описании. Исполнитель роли психа Владимир Сычев и исполнительница роли его жены Марины Анастасии Сапожникова оба снимались в фильме «Бумер». Дядь, а? Смотри, Терпила твой качать приехал. Кто Терпила, блядь? Вы чё стрелу бросать хотите? Вы чё себе думаете? Ты чё горюешь-то, ёпта? Ты чё, блядь? Охренел, что ли? Сидеть! А ну-ка, руки твои вонючие, блядь! Ты чё, гада, Также саундтрек из этого фильма звучит в 18-й серии второго сезона сериала «Физрук». Эй, хозяин! Принимай гостей! Актер Артур Сапельник, он же Антон Борзый, в 40-й серии сериала «Физрук» на дискотеке выпускного вечера говорит: ну почему нет? Что со мной не так, а? Это все из-за Мамаевой, да? И ничего не из-за Мамаевой. Меня достало все. Вообще ухожу в кадетское училище. Этот же актер снимался в 3 сезонах сериала «Кадетство». Доля сериала «Физрука» в день премьеры, а именно 7 апреля 2014 года, составляла 31,4%. Среди телезрителей России в аудитории от 14 до 44 лет. А по данным TNS Россия, 7 апреля в 8 часов 30 минут премьерная серия сериала «Физрук» по той же аудитории прошла с долей 31,8% в Москве. По аудитории от 6 до 54 лет доля чуть ниже, но все равно невероятно высока. Показатель в Москве 22,6%. А доля по России 23,8%. Доля в молодежной аудитории от 18 до 30 лет 41,8% в Москве и 36% среди зрителей по России. Это лучший старт и абсолютный рекорд в истории ТНТ. Мало кто знает, что на главную роль физрука в сериале, кроме Дмитрия Нагиева, пробовались и другие актеры. Физруков Фома мог стать Николай Фоменко, от которого происходит кличка главного героя – Фома равно Фоменко. Также на роль пробовались Олег Токтаров, Алексей Кравченко и Владимир Епифанцев. Владимир Жеребцов, сыгравший роль парня Татьяны в первом сезоне сериала, в настоящей жизни является мужем Анастасии Паниной. Оксана Сидоренко, сыгравшая в сериале героиню стриптизерши Полину, является чемпионкой мира по бальным танцам и абсолютной чемпионкой мира по модельному фитнесу. Также Оксана Сидоренко до физрука была замечена в 103 серии «Интернов». Джесс, я очень соскучился по твоим теплым ладошкам. Вообще-то я другое имела в виду. Прошу прощения, я не знаю, как это случилось. В 14 серии второго сезона на банковской карте Саши Мамаевой написано «Good Touch.ru» вместо «Valid Touch.ru», а срок действия указан 23-18, чего физически не может быть, ибо всего в году 12 месяцев. Это второй проект, где Дмитрий Нагиев и Анастасия Панина играют вместе. Первым был фильм «Скалолазка» и последний из «Седьмой колыбели». Съемки первой серии «Физрука» проходили в настоящей школе, а вот остальные серии снимались в декорациях, максимально похожие на школу из первой серии. В 5-й серии во втором сезоне сериала специально для одной серии было построено здание, полностью повторяющее типовой советский дом культуры, но в ходе съемок его сожгли дотла. Ты варяг!
Было бы искренне приятно, если ты, приятель, поставишь лайк и подпишешься на канал.